всем привет, с вами Нубик Кубик, и это новое включение прямо из моей деревни, из моего нового магазинчика. Ах, этот магазинчик очень-очень крутой, и я думаю, что он заслуживает твоего лайкосика. А еще, если ты подпишешься на канал, поставишь колокольчик и напишешь любой комментарий, будет очень-очень хорошо. А знаешь, зачем нужно писать комментарии? Чтобы просто взять и попасть в рандомный коммент, например, как вот этот. Да, вот этот самый коммент, и ты тоже можешь попасть прямо в мой видосик. Ну все, погнали уже быстрее, я покажу, что у меня за магазинчик. Он реально очень-очень крутой. У меня, короче, оружейный магазин, который называется Тра-та-та-та-та. Вот, я очень хорошо и очень ответственно подошел к названию своего магазинчика. Так, а еще у меня тут есть табличка: дуракам вход запрещен. И ты же понял, кто это? Да, это прокиндол, потому что он вообще офигевший. Он, блин, взял все мои магазинчики, которые у меня были, и разломал. Зачем он вообще так делает? Я вообще не понимаю его. Вот, блин, прокиндол, попадешься ты мне еще раз, я тебя так завалю. Ты вообще офигеешь. Ну и, конечно же, от этих самых дураков у меня есть пароль. Смотри, 2 умножить на 2 плюс 0. Ой, блин, кажется, я сам забыл этот пароль. Ё-моё, что сейчас делать-то? А может, ты мне поможешь? Да-да-да, точняк, ты мне обязательно должен помочь. И я думаю, ты должен это сделать за 3 секунды. Раз, два, три. Ну-ка, сейчас я посмотрю. Ответ 4. Правильно! Спасибо вам большое, что вы мне подсказали пароль от моего магазинчика. Вот, у меня так круто выглядит мой магазинчик. И тут у меня есть одна очень секретная тайная комната. Комната экспериментов, но я тебе ее пока что показывать не буду. Я думаю, что ты еще ее обязательно увидишь. Так, а я пока что пойду за свой прилавочек и буду ждать новых посетителей. Эх, почему здесь снова никого нет? Видимо, снова придется ждать. Ну ладно. Нет, все-таки так долго ждать я не смогу, и я лучше поднимусь в свою секретную комнатку. Вот, короче, смотри, у меня здесь есть комната, и я тут показал свою главную цель. Если ко мне придет вот этот самый прокиндол, я должен буду его завалить вообще немедленно. Только, блин, как мне его узнать? Он все время, блин, со всяких нубасиков. Только у меня есть одна проблема. Он все время маскируется, и он все время маскируется под нубов. И, блин, я его вообще абсолютно всегда путаю. И мне это доставляет некоторые неудобства. А знаешь, что я подумал? Давай, если ты в следующий раз увидишь прокиндола, обязательно не забудь написать про это комментарий, чтобы я не пропустил этого самого прокиндола и вовремя его завалил. Кажется, новый покупатель пришел. Наконец-то, ну, а наконец-то, я так долго его ждал. О, реально, здрасте. Первый покупатель, приветствую тебя! Вот, здрасте, а ты что, как узнал о моем магазинчике? Да, в смысле опять? А, да, ну я, да я просто к везде что-то попадаюсь, первый, видимо, это, раньше всех прихожу, ну не да, знаю. Вы, ты сегодня мой первый покупатель, ну и вообще за все время, потому что я только сейчас открыл свой магазинчик. А, это у вас новый магазин такой, да, оружейный, тра-та-та-та-та, да, правильно? Да, крутое название тебе нравится? Я так долго не думал, просто капец. Так, что это у вас здесь такое, работник это недели? Работник недели, да, вот это я. Вы что ли? Да, смотри. Понятно, понятно. Круто, да, так. На фотографии получился. Да, ладно, давайте посмотрим, что у вас здесь такое, чем торгуете вообще, рассказывайте. Оружием, так у меня же оружейный магазин, вот у меня есть оружие, броня есть. Все только самое сочное, только самое крутое все. Да-да-да. Понял, понял. Слушайте, ну, давайте я что-нибудь у вас куплю тогда, наверное. Покупай, так я не знаю, что тебе надо, купи что-нибудь, что хочешь. Слушайте, давайте это... Кирку мне алмазную продадите, а? Да не, нафига тебе эта алмазная кирка, блин, нужна? Лучше золотую возьми, золотая же вообще крутая, мы же находимся в деревне нубов. Да. Ну, да, ну, ну, да не, мне кажется, мне алмазная нужна, 100%, меня там да попросили, алмазная... там, туда-сюда. Да не, я тебе по секрету скажу, алмазная, она вообще фиговая, блин, во-первых, вонючая, да? С ней вообще работать невозможно. А еще и ломается, и вообще, короче, не вариант, короче, она даже скопать не сможет золото. Натуре, ну вы да. Давайте это продемонстрируйте, я не знаю тогда, что ли. Ты что, еще не веришь, что ли? Ну ладно, сейчас я тебе все покажу, смотри. Сейчас вот я возьму эти кирки две. Давайте, давайте, давайте. И сейчас я сразу же все покажу. Ну и что, да ну, я сомневаюсь, что вот, смотри. Алмазная не сломает. Вот я сначала возьму алмазную кирку. Блин, нужно вообще как-то нос бы желательно закрыть, потому что воняет, капец. А, ну, ну ладно, да, короче, да, смотри. Давайте. Видишь? Ну и что? Вообще не получается ломает. Ничего сломать. Не-не-не, вообще так не это... ломает. А вы посильнее ударьте, чё да вы? Я уже со всей силы, у меня уже руки даже болят. Не, вообще не, вообще не получается. Я лучше ее выкину. Вот сюда свою вещь уберу сюда ее. Понятно, понятно. Ну, ясненько так. А теперь смотри, золотая кирка. Во, она какая мощная, видишь? За одну секунду сломала. Нифига себе, а как это так? А чё, почему алмазная-то? Я ничего не понял. Да алмазная, нафигово, я говорю, ей вообще нереально работать. Не, даже не надо. Понятно, понятно. Ну, ну ладно, ладно, ладно. Все, ты забираешь, да, Вася, кирку золотую? Ну, ну ладно, давай так уж быть, в принципе, куплю, так. Уговорили. У вас маркетолог, ну, просто, да просто я класс. Я знаю, я так тренировался долго. Короче, с тебя стак золота. Чё? За кирку вот эту вот
желтую. Ты видел, как быстро она ломает? Ты вообще что ли обнаглел так говорить? Сам ты желтая, а золотая вообще-то, золотая. Золота вообще нет. У меня только алмазы есть. В смысле только алмазы? Подожди, за алмазы? Вон там перекуп стоит, у него вроде можно что-то обменять. Я не знаю, я с ним вообще не хочу работать, он так у меня просто зашел здесь постоять. Посмотри, может там что-нибудь получится. Перекуп, ну ща посмотрю, так. Че он... Эй, лох. А че он обзывается-то сразу же? Да, ну, видимо, он тебя просто признал, я не знаю, почему он обзывается. Здравствуйте, еще раз, я, в общем, вот, там это, все, купил все купили? У него. Да, в общем, держите вот ваши стыдки. О, нормально! Раз. Наконец-то первая покупочка. Вот все, забирайте свою кирку. Еще что-нибудь желаете? Так, да, слушайте, а че у вас по броне? Тут что-то как-то у вас мало брони. В смысле какой-то? Мало? У меня вообще целый комплект, все, что есть вообще в мире. Вот, у меня тут все виды брони есть. Так, и что посоветуете? Ну, конечно же, золотую. Ну, я вижу, ты уже немножко одет в нее. Ну, в принципе, вот, можно еще ботинки тогда докупить и шапку себе. Да, слушайте, а мне вот знаете, что бы надо? Вот смотрите-ка, мне бы алмазную можно? В смысле? Да какую алмазную? Ты дурак, что ли? Нафига тебе алмазную? Да не мне. Короче, мне смысле, там это друг сказал, типа, мне там это другу брата знакомого, короче, надо алмазную броню там. Ну, я, конечно, типа сказал сразу же, что это фу, но это... А ты ничего мне сказать не хочешь? Ты меня не обманываешь случайно? Да не, я говорю, там это знакомому надо, я сам против, конечно, был, знакомому, я говорю, ты чё там? Ну да, ну чё, есть алмазная-то, блин, алмазную надо. Не, алмазной вообще нету, не вариант никак. Не. Ну, может быть, что-нибудь придумаем с вами, вообще надо там за золото. Да я тебе говорю, у меня вообще нету, ты видишь, у меня же нубский магазин, зачем мне твои алмазы нужны, вообще ничего алмазного вообще нет. Ну и чё ну, делать хотя, будем? Погоди. Есть, конечно, один вариант. Остался у меня один комплект там, но он вообще такой вонючий, его поношенный капец. Может тебе понравится. Это что, профессионала какого-то, что ли? Да, мы убили тут все деревни, он пришел один раз к нам, мы его завалили. Ха-ха, нифига вы клево. Ну да, давайте, доставайте. Ну ладно, сейчас тебе покажу. Я только тебе ее надевать не буду, потому что, ну она реально вонючая просто капец. Ага, понял, ну давай. Ну вот смотри, вот она, короче. Так. Вот алмазный шлем. Вот, да. Нормально? Так, такая пойдет тебе? Только ее постирать надо будет, потому что реально воняет капец. Ну-ка подождите-ка, можно я, к примеру... Нет, в смысле, не обратно положил, быстро! Быстро повесил обратно! Ладно, не буду мерить. Ты чё, блин, это раритет, у меня последний экземпляр остался. А, ну без проблем. Ну чё-то, слушайте, какой-то он сомнительный, я, пожалуй, не буду его брать, вот, в общем, я возьми, потому что возьми золотой, я тебе говорю сразу ведь. А то у тебя видно сразу, поношенный какой-то, лучше золотой взять. Не алмазный совсем. А вот смотри, он вообще новенький такой, блестящий. Да нет, слушайте, я передумал. Ладно, давайте там, мне еще меч нужен, в общем-то. Так, ну мечами я тоже много, смотри. Ну, правда, ты на вот этот лучше не смотри, он вообще вонючий, по такой же схеме, как и с киркой. Да. Тоже фиговый, да? Да. А что, ты опять не веришь мне, что ли? Да не, ничего-то не очень. В смысле не очень? Я тебе про кирку доказывал, ты мне не верил? Вот сейчас-то ты веришь ведь? Но по-любому он круче, ну чё вы? Да я тебе говорю, что нет, блин. Ну ладно, я так-то тебе могу даже доказать, если хочешь. Давайте. У меня даже для этого есть специальная комната для экспериментов. Сейчас я тебе покажу, ладно, смотри. А, вот это что ли, вот, комната да. экспериментов. Ну давайте. Так, подожди, мне нужно сейчас кое-что быстренько взять, потому что там, ну, сейчас ты все узнаешь. А, ну да, давайте, берите, конечно, я пока вот тут посижу у вас. Так, сейчас я выпью свои волшебные водички, и он все узнает. Все, погнали, сейчас я тебе все покажу. Да, давайте, что, куда заходить? Вот, заходи в эту комнату, только давай ты первый. А, ну да, без проблем, так. И чё тут у вот, нас? Вот, тут должны быть мои мобы, и я сейчас просто должен его взять и завалить. Закрыли? А, да, вы что делаете? Ой, не вижу мобов. Мобы, сейчас я просто завалить хочу. Вот, это у меня такой крутой золотой меч. Вот, алмазный мечом, я вижу. Вот сейчас я возьму алмазный меч. Да вы что творите? Я им даже попасть не могу, он вообще такой фиговый. Да всё, отпустите меня, чё вы творите? А золотой, смотри, какой крутой, во. Блин, да ты чё творишь-то, ну бас. Ну вот, сейчас я тебе покажу золотой меч. Во, смотри, какой он крутой. Да всё, тихо, у меня жизни нет. Вы чё делаете-то? Всё, выходи. Вот, а чё? Вы нафига по мне-то бьёте, на меня проверяете? Вы сказали, у вас там зомби живут какие-то. А, блин. А я думал, что это мобы, там просто мобы были, а чё, там никого нет, что ли? Так вот, нет, просто вы что, в темноте вообще не видите ничего, что ли? Ну я ничего не видел, там же темно, прям капец вообще. Дурацкий, ну бас, понятно, ну, как-то что вообще, с вами. Блин, неудобно получилось. Даже не знаю, не буду сделать, я, в общем, вас меч этот брать. Да почему не будешь, что-то стоит? Да все потому. Да ты видел, как он крутой, ты, вот сколько у тебя жизни осталось? Мало, да? Ну, конечно, прости меня за это, но... Ага. Так, ладно, все, не буду брать. Мне, короче, лук, давайте, если лук у вас есть, а вот видишь, что-то лежит. Да. Да, сейчас пошли, я тебе покажу лук, его нужно показывать в другом месте. Я уже не хочу с вами это показывать, там никуда смотреть, да, ни на что. В смысле, почему ты не хочешь? Вот, смотри, у меня тут есть, короче, специальный даже дартс.
А, это тот самый, который я видел с улицы. Ну да, и что ну, это да, такое? Ну да, конечно, вот. Короче, смотри, забирай сейчас лук. Теперь смотри, бери здесь стрелы из сундучка. Ага, взял, так, и что вот, дальше? И теперь стреляй по мишеням, точнее, только ты поменяйся местами. Вот это моя дальняя мишень будет, потому что я же здесь крутой, я же здесь вообще боец, а ты, ну бас, ну, еще да, ты лошара, ладно, вот. Ну... Я-то попаду 100%. Да, конечно, так, ты попадешь, я в тебе уверен, вот. Ну да, да, в принципе, ну да, вот. Стреляй, стреляй, вот, ну-ка, как у тебя получается, хорошо? Да нормально, нормально, да, в принципе. Нормально, реально, ну-ка, иди посмотри, что там напопадал. А я за тобой слежу, я пока что не стреляю. Да, ну сейчас, сейчас, посмотрю, что у вас тут, да, или у меня смотреть, ну у меня-то вообще нормально, вот. Точно три нормально? Три стрелы, и все три прям в точку, 10 баллов, так вот, сказать, вот, молодец, так ты все-таки меткий, что ли, получается? Ну да, ай, блин, вы что делаете, блин, вы что натворили? Так, пойдем дальше в свой магазинчик. Ну как я его? Тебе понравилось? Нормально, я этого прокиндола затроллил, потому что будет знать, как меня обманывать. Я сразу же понял, что это был тот самый прокиндол. Спасибо вам большое. Что бы я без вас сделал, я даже не знаю. Это все потому, что вы написали свои комментарии. Ах, ну все, знатно я так прокиндола затроллил. Блин, правда, сейчас у меня снова нет посетителей. И я еще так думаю, что желательно эту броню, наверное, снова убрать. Потому что, ну его нафиг, блин, ну басы ко мне придут, увидят всю эту броню. Еще подумают, что я прокиндол. Аж представлю, аж, блин, самому плохо становится. Так, ну все, погнали ждать своих новых посетителей. Эх, блин, правда, сейчас снова придется ждать новых посетителей. Сколько это будет, я даже пока что не представляю. О, здрасте! О, новый посетитель, так сразу? А, прокидал, да. Это ты! Ты офигел, что ли? Ты зачем да, сюда пришел? Ну-ка, вали отсюда! Да, да, слушай, да стойте, не убивайте, не-не-не. Да я пришел у вас вещи купить. Слушайте, мне это, знаете что, я подумал, мне, в общем, меч еще понадобился все-таки вот этот вот ваш крутой, золотой. Золотой, который? Это... Да, но я подумал, точно? Надо его еще раз продегустировать, так сказать. Пойдемте в вашу вот эту комнату экспериментов. Подожди, не, я тебя вообще служить не хочу, ты офигел, что ли? Ты меня хочешь сейчас затроллить, наверное, как обычно. Да, почему вообще комната, как комната? Это вы меня хотели затроллить? Ну что, давайте проверим. Я же так все показывал уже, тут все уже нормально было, меч свой показывал. Ну, сейчас, что еще нужно? Сейчас еще раз проверим, я просто точно не уверен. Ну хорошо, давай будем проверять тогда. Подождите, так, заходи. Сейчас, я на секунду, подождите, отойду, так сказать, это, ну... Побесить-ка я хочу. В смысле, вот. Куда ты это идешь? Да я от страха, блин. А, потому что ты в темноте, что ли, находишься? Ну да. Ну пока ладно, постойте заходи. Здесь, я сейчас это, быстро. Все, я уже иду. Так, ну что? Что, я там долго еще? Нет, я уже устал тебя ждать, бегу, блин. Бегу. Ну что, в принципе, я уже забегаю, вы готовы? Ну, встречать давай, да, забегай. Это что за фигня произошла? Это что за фигня? Все здесь взорвалось. Ага. Ну как? Ну как, ну прокиндол, вас, ты ну снова как? Меня затроллил, что ли? Ты куда делся? Ну-ка, да. Иди сюда. Сейчас я тебя этим мечом так завалю, ты сейчас вообще офигеешь, блин, как отсюда, правда, выбраться. Ну все, прокиндол, иди сюда, сейчас я тебя быстро завалю. Да прокиндолюшка, иди сюда, я тебе сказал. Давай, кыш отсюда. Капец тебе, прокиндол.